Всем добрый день. Я представляю Республику Башкортостан, являюсь старшим тренером Федерации синхронного плавания. Сейчас мы с Анной Александровной прошли курс по фигурам во всех возрастных категориях. Почему я обратилась к ней? Вначале мы с ней работали по произвольным программам, по постановкам, но у меня возник вопрос, что главная задача в синхронке – это поставить технику. Все фигуры мы с детьми уже проходили, делали, но во всех категориях возрастных у нас есть ошибки. И поэтому я хотела услышать мнение профессионала. Какие у нас недочеты, где у нас что хромает. Поэтому это был очень полезный для меня курс. Мы узнали все тонкости на тот момент, которых я не знала. Я считаю, что после этого курса у нас результаты в фигурах очень улучшатся. По крайней мере, это со временем обучения было уже сразу видно. Также еще хочу добавить, что самое ценное это подводная съемка. Очень многое становится понятно и сразу видно, потому что с бортика, стоя, когда мы работаем, не все моменты можно разглядеть, особенно человеку, который еще мало опытен в этом деле. Поэтому надо пользоваться всегда подводной съемкой, и так будет быстрее и понятнее, где и как что нужно исправить. Также мне понравились тренировки на суше, тем более в самом исполнении профессионала. Это дорогого стоит, когда тренер сам показывает, сам делает. Это большое уважение. Поэтому я считаю, все эти три курса нам пошли на пользу и жду в дальнейшем курсе по техническим программам. Все секреты раскрывать не буду, что мы увидели, что мы узнали. Если кому-то надо, я думаю, они обратятся с этим вопросом. Поэтому учитесь. Учение – это движение вперед, а, как говорится, нет предела совершенству. Кто хочет, тот всегда сможет.